Невероятное богатство придет в жизнь к этим знакам зодиака с 30 октября. С 30 октября невероятное богатство коснется жизни нескольких избранных знаков зодиака. Их судьбы изменятся навсегда, и Вселенная приготовила для них дары, о которых они даже не мечтали. Кто же станет счастливчиком и получит это несметное богатство? Оставайтесь с нами, чтобы узнать, не оказались ли вы в числе избранных. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свои звездные шансы на богатство и другие важные предсказания. Первый знак Дева. С 30 октября Дев ожидает удивительный финансовый прорыв. Ваше внимание к деталям и способность к планированию принесут вам щедрые плоды. Звезды даруют вам внезапные возможности для увеличения доходов, будь то удачное вложение, предложение о работе или новый проект. Ваша природная склонность к организованности поможет вам грамотно управлять этим богатством и приумножить его. Второй знак Весы. Для Весов с 30 октября начинается период невероятного финансового роста. Ваша способность создавать гармонию во всех сферах жизни приведет к внезапному увеличению материального благополучия. Ожидайте удачных сделок, новых партнерств или неожиданных денежных поступлений. В этот период Вселенная сбалансирует ваши усилия и результаты, подарив вам процветание. Третий знак Овен. С 30 октября Овны почувствуют мощный финансовый подъем. Ваша решительность и готовность брать на себя ответственность приведут к внезапным успехам в карьере и бизнесе. Новые проекты или сделки принесут неожиданное богатство, а ваша природная смелость поможет вам быстро воспользоваться открывшимися возможностями. Этот период станет началом вашего пути к большому достатку. Четвертый знак Рыбы. Рыбы, с 30 октября Вселенная исполнит ваши мечты в форме финансового изобилия. Ваши творческие способности и интуиция приведут к новым возможностям для заработка. Ваша связь с тонкими энергиями мира поможет вам притянуть к себе денежные потоки, будь то через новые проекты, неожиданные предложения или даже мистическое везение. Готовьтесь к тому, что ваши мечты о богатстве начнут сбываться.